У меня бархатцы расцвели. Вот. Всем привет, ребята. Мы что-то прощелкали с огурцами. Они у нас выросли. Вон, прям в один момент как выросли. Снимать? Гляньте. Да, конечно. Надо намалосолить. Ну что ты? Ну что ты? Ой, что-то они пошли, прям поперлись. Прям пошли, да. В один момент. Вроде маленькие висели-висели, а потом бах. О, какие. Будут малосольные. Сейчас намалосолю. Давай. В баночку. Там есть баночка трехлитровая. Ну что? Ах ты ж. Красота какая. Как раз уложили. Вот, вот еще висят. Вон. Не, маленькие. Да, это маленькие. Так, тут у меня уже пошло вот еще две ветки. Вот, отпускаю. Ой, какой. Два пасынка. Ага, вон третий. Ну, не знаю, он нужен? Нет? Ну, пускай будет. Пускай раскидаем тут их. Вот. Да. Покажи, покажи урожай. О, какой урожай. Это у нас только в этой... теплички. Помидорчики. Помидорчики. Так. Здесь Лёшек оборвал. Ну вот. Не-не-не, ты иди вот сюда. Вот. Вот сюда. Вот так. Вот. Так, а здесь у меня... А, вот. Пойдет сюда, в эту сторону. Но какие же листья, гляньте. Обалдеть. В общем, такие вот. Там поднимается вот этот вот китайский, по-моему, огурчик поднимается. Сердце у меня уже такие висят. Я не поняла, это что, острые? Что-то... Я же не садила острых. Острых у меня там вон только. Поливать надо? Попался. Поливать надо? Да нет, все. Не надо, не надо. Лишний раз поливать, но его тоже не надо. Горох, Лёшек. Будем есть горох. Горох надо есть. Выходи, Лиля. Лишку надо. Да? Хочешь собрать? Ну да, лучше собрать и сесть поесть, да? Там уже малину надо собирать, наверное. В принципе, много не соберешь. Уже ее птицы клюют. Да? Надо идти собирать, Лёшек. Вон красная, я вижу отсюда. Горох еще нет. Как нет? Был же. Ну, куда-то всплыл. Вот, смотри. Он спрятался. Ну нет, еще он в стрижке сдох. Вот. Мне надо его поднять. Подожди. Поклевали гороха, ребята, немножко. Полуопята. Полуопята. Грибочки. Поганки. Вон у меня вот такие вот черные эти. Но я не могу их есть. Это курочкам отдам. Не нравятся мне, они мне такие темные. Там он у меня есть такие светлые белые кабачки пожарить. Кто-то косит.
Кто-то косит. Лика. Вот как лилия расцвела. Желтая. Вот. Таким букетом. Красота. Такая вот расцветает. Красная. И вот еще белая будет. А розочка вон какая красивая. Вот. С капельками росы. Дождик покапал немножко. Петунки цветут вовсю. Ой, мне надо их удобрить, но завтра. Завтра пролью. И надо будет удобрить. На, Лёшка, возьми у меня. Пожевали гороху. Ты пошел курочек закрывать? Рано еще. У нас, ребята, прям похолодало. Так вот как-то. Даже не тепло. У кого там жарко? Пишут, ой, у нас жара. У нас очень жарко. А у нас, ребята, вот сколько? 18 градусов всего. Что, Лиля? Что? Огурца хочу съесть. Вот прям вот так вот взять на две половинки, разрезать, посолить и съесть. Так прям хрясь, хрясь, хрясь. Да, горох вкусный. Вкусняк. Ой, у меня там он лобода растет, а я не вижу ее. Сейчас я его выдеру. А она так пристроилась вон рядышком с этой, с лилиями. О! Ну, лебеда. О, какая шикарная. А лапчатка моя как цветет. Надо ее отсюда пересаживать. Она вырастет большой куст. Я осенью ее пересажу. Потому что будет большой чай. Это курильский чай называется. Большой куст будет. Так, надо выдирать этот. Так, полезла травка. Надо лезть на грядки опять дергать, тяпать. Лук надо срезать. Вот. Салат этот уже перерос. Надо. А что вот это вот? Вот это у меня крест-салат такой, ребята. А чё он такой дохлый? А острый, горький. Выдрала лен свой. Это, кто там? Лилька. Ай-яй. А то он полег и мешает. Надо еще выдрать вот этот лук, чтобы он по новой отрастал. Вот мой огородик.
Так приятно смотреть на него. Как он быстро вырос, да, ребята? Уже поллета прошло, а Лёшек в малине сидит. Ах ты ж, Лёшек. Малинку собирает Лёшек. Уже полно. Уже можно собирать на варенье. Варенье. Да, надо. Ой, надо собирать, Лёшек. А то ее птицы склюют. И дождь обобьет. Хватит на. Ого, сколько ты набрал. Эй, иногда. А, крыжовник у нас уже розовый. Ух ты. Класс. Все надо собирать. И черную смородину надо собирать. Да, тут уже поспело. Да. Пришла пора. Можешь наливочку сделать. Наливочку сделаю, да. Малиновую. Вино. Там, пойдем, а то я тут убью. Хватит там еще? На сегодня? Да, хватит. Натюрморт. Угу. Блин. Лёшек, завтра надо собирать. Надо. А это ежемалина ты не смотрел? Ой, не поспела там. Там, по-моему, пусто. Я тогда тащил, не вышел. Да нет, вон есть. А, у него. Смотри, два дня уже поспела. Вот. На, пробуй, мужчина, первую. Ух ты, какая. Интересная ягода. Ну а что? Я думаю, что ежевики, помню вкус. И мне тут есть, вот. А, пойдем. Пойдем отсюда. Вон там белый кусок. Ну, вкусно, но мало. Мало, объезд. Надо малину собирать. Тут уже желтая. Вон желтый куча там наверху. А когда останется? Вот. Все, я пошел. Вот такая желтая, как морожка. А? На морожку похоже. Давай, соберу немножко. Ну куда он? Куча здесь. Ладно, иди. Все, ребята, пошли, наелись. Ага. На ужин. Малины, смородины наелись. Ежемалины теперь по одной съели. Собирать надо. Надо теперь собирать, да. Все, завтра пойдем. Надо вечерочком и с утреца можно выходить. Да. Ну, с утра да сейчас и днем. Там с утра роса. С утра роса, да. Ну, по краю пройти. Все равно мокрый будет. На, ну, ладно. Тюрьму. Вот. Ну, тюрьму. Ну. Вот. Что мы собрали. Прям красивая такая. Это желтая, точно на морожку похожа. Не вижу морожки. А помнишь, мы когда на Селигер ездили, там продавали вот такую желтую? Да, я не помню. Ну, она чуть пооранжевее. Вот. И огурчики. Угу, огурчики. Сейчас разрежу один вот так вот. Угу. Пойдем, кушать. Ну, пойдем. Лешек, дай я тебе запечатлею вот так вот с этим, с урожаем. Угу. Вот так чуть-чуть. Это вот. О, ага. Улыбнись, Лешек. Снимай скрытые камеры.